позвонит и скажет: «Привет, помнишь, я тебе вчера сказала, что что ж у меня есть твой номер, я тебе позвоню». Конечно, кто на это надеялся? Позвони. Ну, в принципе, еще 10 минут. Нет, он уже не позвонит. Давай. Так, надо отвлечься, надо отвлечься. Занимай столько. Еще что-нибудь поделаем. Нет, он должен позвонить, он обещал. Алло, да? А, да, конечно, хорошо. Да, я знала, что ты мне позвонишь.